Добрый день. Почему возникла такая задача? Потому что теоретические курсы, они довольно скучноваты для программистов на старших курсах, поскольку они уже заняты в разных других интересных проектах. Типичная ситуация, что лабораторные работы неинтересны и поэтому сдаются довольно с большой задержкой. А тем не менее, все равно приходится сначала тренироваться на лягушках, поскольку специальность довольно сложная. Специальность — анализ преобразования и порождения программного кода. И прежде чем резать живого человека, то есть реальную программу, приходится все равно на каких-то модельных языках практиковаться. Чтобы сделать эту практику поинтереснее, и был придуман этот эксперимент. Ребята довольно сложные, но интересные. У них прекрасная математическая база и отличная практическая база. Они знают по 4-5 языков, и это еще так средненький, но они плохо подготовлены конкретно в теоретической информатике, потому что у них вообще, можно сказать, что таких курсов не было на предыдущих двух. Только один семестр дискретной математики, причем весьма своеобразный. Лекции и домашние задания. Без лабораторных, без семинаров. И контингент хороший, контингент много бывших участников Олимпиад. И теперь я уже точно могу сказать, что все, кто участвовали в этом эксперименте, они работающие, уже работающие в реальных фирмах. Предметная область тоже сложная, так же, как и ребята, но по-другому, потому что она вся про неразрешимые задачи. Все, что там интересно решать, все неразрешимо. Все знают про проблему Останова, там таких проблем или еще хуже огромное количество. Кроме того, ребята хорошо владеют техникой нейросетей, но они сами поняли, что для этой предметной области лучше не связываться, потому что небольшие изменения в синтаксисе приводят к большим изменениям в семантике программы, и выловить это довольно сложно, если нету прям супермощных обучающих выборок, а их нету. И поэтому реальные анализаторы таких вот программ, неважно функциональных или объектно-ориентированных, они всегда решают некоторые аппроксимации. И кроме того, здесь не обойтись как раз вот без теории, которую они 2 года изучают и до сих пор не знают, зачем алгебра-то. Потому что как раз алгебра нужна для изучения абстрактной интерпретации, нужна для изучения теории формальных языков, и, наконец-то, они могут ее попробовать. Идея пришла, когда я увидела, что с 2003 года в Европе проходило достаточно интересное мероприятие, которое заключалось в том, что текущие лидеры в анализе программ соревновались на некотором наборе тестов, которые сами же и готовили. Причем в 2003 году это было чисто собрание энтузиастов на персональных компьютерах, вручную все делалось, а дальше развернулось. И оно разворачивалось где-то до 2007 года, причем здесь я, конечно, взяла только один аспект, в действительности проверов там участвовало больше, но конкретно в одной номинации вот постолько. И более того, были разработаны кое-какие новые техники оценки завершаемости благодаря итогам этого контеста, но потом все стало сходить на нет и полностью сошло на нет в 2021 году. Не будем говорить про ковид, скажем, что там, возможно, и другой кризис был. Одни и те же 5-6 проверов уже несколько лет друг с другом соревновались примерно с одними и теми же результатами. Это стало никому не интересно. Поэтому сейчас контест такой уже не проводится. Однако это могло, может быть, интересно как эксперимент для студентов. Здесь есть особенности по сравнению со стандартными олимпиадными задачами. Есть очень высокий тайм-аут, то есть тесты приходится реально прогонять ночами. Во-вторых, здесь все тесты открытые. Вот то, что написано «секретные тесты», это особая категория, которую участники докладывают уже потом. То есть в процессе самого соревнования каждый участник может предложить по 5 тестов, которые будут добавлены к базе. Естественно, выгодно, чтобы его провер их решал, а остальные нет. И все открыто. Кроме того, не карается отказ от ответа и нет никаких предустановленных баз тестов, которые необходимо пройти. Хотите, решайте что-то одно, хотите что-то другое. Что было изменено по сравнению с Termination Competition? Во-первых, лояльность к ошибкам. Дисквалификация за ошибочный ответ. Это нереально. У них всего один день для того, чтобы написать провер. Естественно, они его не дотестируют. Поэтому каралось баллами, но не дисквалификацией. Ставить 2 за 1 ошибку — это негуманно. Дальше. Тесты были и скрипт оценки этих тестов, то есть ответ завершается или нет каждая конкретная система, все это было предоставлено им в открытой форме. Они могли запустить сами и расшифровать, какой именно тест завершается, какой нет. Единственное, что
расшифровывать было трудно, потому что весь этот скрипт тестирования был написан на языке Refal, завернут в Docker, чтобы им Refal не пришлось устанавливать, и выглядело это все примерно вот так вот, еще специально в таком стиле, чтобы пришлось поковыряться. Ну, они поковырялись и смогли расшифровать, что здесь написано. Есть четыре категории тестов. Тесты на синтаксический анализ, тесты не завершающиеся, тесты завершающиеся и последняя категория под кодовым названием монстры. Монстры потому, что теоретически, ну, любят развлекаться теоретики и называть разные сложно анализируемые системы гидрами, червяками и прочими нелицеприятными названиями. Поэтому, ну вот, известная очень гидра Бухольца, она связана с анализом арифметической сложности утверждений, тоже из той же категории. Мы, конечно, не все такие теоретически сложные утверждения использовали, часть переиспользовали из базы данных Termination Contest, часть порождалась автоматически. Важно то, что каждый тест обязательно должен был решаться одним из изученных студентами методов. Но большинство из них, ну, за вменяемое время только одним из них. Поэтому, ну, реально реализовать все методы за один день, пока проходит рубежный контроль, это не под силу никому. Но один или два вполне под силу, что, в общем-то, и случилось. Выбирали они сами, что делать. Почему монстры оказались очень интересным нововведением? Какой ответ бы не дал студенческий провер на такую систему? Он весь засчитывался как очень неправильный изначально. Потому что априори понятно, что ни один студенческий провер не способен дать объективную оценку завершаемости таких систем. Если уж научно-исследовательские группы этого не смогли. Правда, конечно, всегда есть презумпция невиновности. Всегда я заглядывала в код и смотрела, а может и вправду они что-то новое изобрели. Но достаточно было чуть-чуть модифицировать соответствующего монстра, чтобы было видно, что это просто ошибка, но такая хорошо замаскированная. И более того, им оказалось довольно полезно тоже получить такой опыт, что в неразрешимых задачах правильный ответ не всегда хороший ответ. Все равно получился довольно гуманный баланс по отношению к ним, то есть перекос в сторону завершающихся систем переписывания термов. Но это точно так же, как и в нормальном термкомп, потому что незавершающиеся системы переписывания термов анализировать намного сложнее. По сути, не очень известно даже и как. Дальше, конечно, были поощрения на срезах по времени за быстродействие. Они в основном, как выяснилось, зависели не от реализации, то есть не от выбранного студентами языка, а от того, какой именно алгоритм и в какой комбинации они применяли. Еще была проверка на неустойчивость. Ну, это уже более техническая вещь, но факт в том, что, чтобы не было подгонки, достаточно некоторые изоморфные преобразования применить, чтобы показать, что если система неустойчива, значит алгоритм, скорее всего, неправильный. С поправкой на условность. Иногда студенты просто отказывались решать некоторые системы переписывания термов, потому что по каким-то синтаксическим признакам относили их к слишком сложным. Это не каралось. То есть если после такого преобразования, которое не меняет завершаемость, точнее не ухудшает или наоборот не улучшает завершаемость, выдавался ответ неизвестно вместо известного. Ну, находились причины, почему это было. Внешне вроде как система стала сложнее. Заявок было очень много, хотя мероприятие полностью по выбору. Можно контрольную писать, можно участвовать в термкомп. 6 участников дошли до конца, остальные просто вообще ничего не смогли. Об этом тоже пару слов скажу. Языки выбрали разные. 3 писали на Python, 1 группа на Java, 1 на TypeScript и 1 группа на Golang. Надо сказать, что все писали вот прямо независимо друг от друга. Никакой особо студенческой солидарности не было, за исключением 2 пайтонистов, которые друзья, и они сообща писали одну часть алгоритма, а потом тот, который посильнее, дописал еще от себя. И секретные тесты включил именно на свою часть, так, чтобы его друг полностью завалился, а сам он все успешно прошел. Дальше. Очень хорошо оказалось вылавливать ошибки на монстрах. Если студенты видели, что их программа дает какой-то определенный ответ на сложно разрешимой системе, скорее всего, им довольно быстро удавалось локализовать, почему это происходит, и довольно быстро это исправлялось. И большинство участников использовало несколько разных техник доказательства. В итоге у них был какой-то предварительный, довольно простенький, быстрый анализ,
и дальше ну, какие-то более сложные техники, типа унификации или проверки отношений к нут-и-бендиксу, которые уже требовали экспоненциальной развертки. Им понравилось, они действительно зарядились. Такой мотивации я не видела вообще еще ни разу. И похоже, что они сами не видели, судя по их отзывам. Они до поздней ночи все сидели над этими пруверами, доделывали, исправляли, вылавливали монстров, и потом еще до конца семестра мне эти гидры припоминали. Им было интересно, потому что они до этого, оказывается, собирались между собой, обсуждали, какими алгоритмами они будут пользоваться, сами решили, что нейросетями не будут, сами определились, кто какие использует техники, сами выбирали, какую аппроксимацию они будут делать, то есть решать, искать незавершающиеся системы или искать, наоборот, завершающиеся. И практически никто не пытался смухлевать, то есть работы довольно чистые были. Но, конечно, очень большой минус, что это подходит не всем, а до конца дошли из желающих только реально сильные ребята. Те же, кто довольно плохо умеет алгоритмы реализовывать, только умеет программировать по шаблону, они просто даже ничего не сдали, потому что поняли, что у них прототип не проходит вообще тесты хоть на какую-то оценку, хоть на тройку. Ну и по времени, конечно, это больше заняло, чем стандартные контрольные, потому что практически до глубокой ночи, а то и до утра они сидели и занимались тем, что вылавливали монстров, пока их товарищи, написавшие контрольную, спокойно спали. Надо сказать, что таких неразрешимых задач огромное количество, и хватит на много-много подобных мероприятий. И, судя по всему, судя по тому, как на экзамене они потом отвечали по этим темам, закрепилось тоже очень хорошо. Поэтому, на мой взгляд, ну, лично я точно буду повторять, и если кому-то еще будет интересно, здорово будет, может быть, даже посоревноваться между учебными группами. Спасибо. Спасибо. Вопросы?